Анонс и точка выхода 349 серии из сериала «Кровавые цветы». 349 серия из сериала выйдет в эфир 28 июня. Ранее в сериале мы увидели, как избавившись от проблем, Баран и Дилан позволяют себе расслабиться и вдохнуть. Баран делает все для того, чтобы Дилан и их ребенок чувствовали себя в спокойствии и безопасности. Он отвозит их на пляж, где они могут позволить себе побыть счастливой семьей, в жизни которой нет огромного количества тьмы и ужаса. Каждый день, когда они возвращаются в особняк, у них снова появляются поводы для беспокойства. Баран навещает Акив, который не очень доволен происходящим в последнее время. Он говорит Барану, что ему поступило заявление о том, что мужчина незаконно удерживает Хасана Карабея в стенах своего дома. Акив намерен обыскать весь особняк, чтобы разобраться в этом вопросе и найти мужчину. 349 серия сериала выйдет в эфир 28 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.